Всем хай, дорогие ребята! Вы на канале Евген Грот. И сегодня мы будем выполнять испытание Бравл Старс. Чтобы поднять, конечно же, свой ранг в Бравл Пассе. Активировать ассорочки не могу, у меня не хватает гемов. Но попытаюсь накопить. Так, выполняем испытание. И какое у нас испытание? Выиграй бой 6 раз с бойцом Биби Изи плюс 250. Сейчас выполним на изи. Если вам нравится такой формат, то пишите свои мнения в комментарии. Если нравится, я буду снимать. Конечно, вы будете знать. Но вы познаете меня. Зачем покупать в этом? Это надо покупать для того, чтобы, например, для PS VR. Одна такая карточка. И все. Тым-бирим. Да, у меня уже начинается новый формат видео. Потому что, как вы видите, видео не выходили очень долго. Это из-за того, что я не хотел просто портить свой канал. Из-за того, что грустной новостью, что у меня украли аккаунт. Ну, все. Ну, просто я сам понял. Извини, ходили долго. Так, сори, извиняюсь. Буду пытаться чаще выпускать видео. Если им нравится, конечно. Будет сильно, просто тоже. Да, есть. Ну, топ-7, топ-6, еще надо, чтобы один из твоих матерей рыпнулся, или я рыпнулся. Ну, все, вот, я выполнил испытание Биби. Это испытание надо выполнить, потому что, чтобы победить, это надо, чтобы, ну, там, ты получил несколько кружков. Вот как сейчас, видите? Вот. Вы что, гоните, что ли? Не позвольте мне. Понял. Не так немножко понял. Если ты еще хочешь. Да иди матрас. Блин, я сейчас уже почти поздно запущиваю, просто ничего.
просто не могу делать. Смотрите, 276. Все посмотрим. Открываем. Ну ладно, ничего не понятно. Ну ладно. Так, сейчас посмотрим, что у меня ловится. Бропас. Пустой. Всем хай, всем бай-бай. С вами был Евген Грот.